Владимир Владимирович, я Мансветов Сергей Николаевич, замглавного технолога. Больше 40 лет с перерывами Сергей Мансветов отдал Казанскому авиазаводу. Когда в 80-х годах прошлого века в Казани приступили к освоению нового самолета, стратегического бомбардировщика, он был молодым специалистом. Сейчас опытный заместитель главного технолога цеха, который по привычке он называет «семидесяткой». Но это уже совсем другой и цех, и самолет, и коллектив, хотя по-прежнему такой же боеспособный, о чем еще раз доложили президенту страны. Не сомневайтесь. Да, я не сомневаюсь, уже видно. Ну, самолет уже летает, подняли вот, летчики уже. В 1993 году работа над старой версией машины была прекращена. По сути, настоящее возрождение легендарного «Белого лебедя», так в народе называют ракетоносец Ту-160, началось в 2015-м. При этом Путин отметил, что это по всем показателям совершенно новая, модернизированная версия прежнего бомбардировщика. Ну, это, по сути, совсем другой самолет, новая авионика и все. Ну, вы сами знаете, это вообще другая машина. Внешне выглядит так же, но и двигатель, и дальность полета, мощность, все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива, молодого и уже опытного. И я вас всех поздравляю. Это серьезный шаг в развитие высокотехнологичной сферы и в укрепление обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады. Сын мой знает, что я это дело делаю, он тоже гордится. Стратегический бомбардировщик Ту-160, легендарный «Белый лебедь», который создается здесь, на Казанском авиазаводе, в этих модернизированных цехах, на базе еще технологического задела советского периода. Но это именно тот случай, когда задел позволяет быть не просто конкурентоспособным, а лучшими в мире. Наш ракетоносец по своим вооружениям, боевым качествам считается превосходящим зарубежные и американские аналоги. Наш убедительный и достойный ответ Западу. Для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Казанский авиазавод сегодня вырулил на полосу стабильного развития и имеет гарантированные перспективы в виде тех же заказов от Минобороны. Как подтверждение, в день визита президента Путина в Казани подписали государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Министерства обороны России. В беседе с работниками Казанского авиазавода Владимир Путин пожелал всем успехов и не только в этом направлении. До 2027 года полная загрузка, а плюс к этому еще ремонты. Капитальные ремонты, там, реконструкции, обслуживание. Здесь вопросов никаких не возникнет. Но, конечно, вчера вот мы в Уфе об этом говорили, у нас целая программа существует диверсификации, постепенной диверсификации военных производств, с тем, чтобы новейшее оборудование, которое вот здесь, в этом цехе есть, чтобы оно могло быть использовано не только в интересах обороны и безопасности, не только на нужды Министерства обороны, но и для производства продукции двойного и гражданского назначения. Задел советского периода в промышленности, в экономике Татарстан сегодня успешно развивает на новом технологическом уровне. Это касается не только авиастроения, машиностроения, но и такой ключевой для республики отрасли, как нефтепереработка. Причем сегодня в Нижнекамске развивается целый кластер совершенно новых производств, созданных с нуля. В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин дал старт к пуску двух новых установок на комплексе «Танеко». Начинайте. Спасибо, Владимир Владимирович. Леонид Степанович, начинаем. Центральная операторная. Включить сырьевые насосы. Приступить к пуску производства. Наиль Ильфазович, я поздравляю вас, весь ваш коллектив большой, строителей, инженеров. Это действительно большая работа. И замечательный результат. Желаю вам успехов в дальнейшем. Спасибо, спасибо вам большое. И вам успехов. По-настоящему благодарны, что были в стране созданы такие возможности, приняты такие решения, которые позволяют строить такие красавцы, заводы. В
Подробности развития региона в целом и отдельных его инвестиционных и экономических проектов Рустам Миниханов доложил Владимиру Путину в ходе двусторонней встречи. Она прошла также в Казани.